Каждый 10-й рубль ивановцы тратят на оплату коммунальных услуг. К таким выводам пришли в аналитическом агентстве РИА Рейтинг. Согласно исследованиям, среднестатистическая семья тратит на ЖКУ 4177 рублей в месяц. Сколько, если не секрет, вы платите за услуги ЖКХ? Ну, около 5000. Как вы считаете, это много? Немало. Я конкретные суммы не назову, занимается супруга, но с ее слов очень много. Ну а вы заметили, может быть, увеличение в последнее время? Конечно. А можете сказать, какую примерно часть семейного бюджета вы тратите на ЖКХ? Я думаю, боюсь, что до третью. А какая часть семейного бюджета у вас уходит на коммунальные услуги? В процентном соотношении. Ну, в процентах примерно сколько? Ну, может, процентов 5-7 где-то так. 5-7%. Как вы считаете, это много? Ну, конечно, много. А сколько должно быть? Ну, по крайней мере, процента 3 хотя бы, может, было бы неплохо. Какую часть семейного бюджета вы тратите на ЖКХ? Большую часть, больше. Ну, то есть в процентах сколько это примерно? Процентов 50. Ну, за квартиру 4,5. Как вы считаете, это много? Ну, для меня много. Какая самая дорогая услуга? Горячая вода, соответственно, и отопление. 2500. Ну, наверное, 1/4. Как вы считаете, это много? Я считаю, что много. А вот в натуральном выражении сколько это денег? Около 3, подождите, скажу. 4500 у меня выходит примерно в среднем. Какая сумма? Больше 5000. А как вы считаете, это много? Конечно. Пытаетесь как-то экономить? Пытаемся, везде счетчики стоят, а толку никакого. Ну, то есть, может быть, света пытаясь меньше жечь? И свет, и все эконом-лампы стоят, и все счетчики на всех стоят. Вы как-то пытаетесь экономить вообще? Ну да, мы сэкономили на оплате воды, потому что поставили счетчики. А так, отопление самое большое. Много сэкономили на счетчиках? Да, достаточно. Я думаю, что... Да, очень много. Сколько получилось? Ну, несколько тысяч рублей. 2500 рублей, потому что... 2000 рублей в месяц вы экономите? Да. Около 5000. Как вы считаете, это много? Это какая часть вашего бюджета семейного? Ну, это самое, наверное, оптимальное, то, что есть. Ну, от семейного бюджета сколько процентов это? Я не могу так сосчитать. То есть семейный бюджет по-разному бывает. А вы как пытаетесь экономить на услугу ЖКХ? Нет. То есть не экономите, все вас устраивает? В принципе, да. 4500. А от семейного бюджета это какая часть примерно? Ой, 10-я. То есть каждый 10-й рубль вы отдаете за ЖКХ? Ну, как бы да. Как вы считаете, это много? Ну, для нашей семьи как бы ну нормально сейчас пока. Если цены будут повышаться, то, конечно, уже будет существенно заметно. А много ли вы тратите на услуги ЖКХ в месяц? Вы не поверите. Добавляют, не знаешь, как жить, если 10 тысяч пенсия и 8 с лишним отдать за квартиру двухкомнатную. Как дышать и чем дышать? Наверное, скоро будут брать и за воздух. Но кому жаловаться, рука руку моет, жаловаться некому. Совершенно. Если в семье оба супруга работают и получают в среднем по 20 тысяч в месяц, а за коммуналку отдают чуть больше 4 тысяч, то получается, что действительно 10-я часть семейного бюджета уходит на ЖКУ. Если же сумма по платежам становится неподъемной и съедает больше 22% доходов, то стоит обратиться в органы соцзащиты за субсидией. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.